Так, альтернативы декалям. Можем сейчас мы поэкспериментируем. В общем, я нашел тату-тайровки, такие вот типа на водных основах. На руку обычно клеится. Вот я вырезал их там всяких. Всякие разные. Вот, и будем наносить их на модельку. Приступим, посмотрим, какой будет результат в итоге. И попробую, также попробую потом сверху нанести лаком и посмотрю, скукожатся они или нет. Ну, приступаем. Thank you.
Так, ну что, итог подведем. Довольно очень красиво все получилось. Легла очень, кстати, хорошо данная татуировка. Очень даже, кстати, хорошо. Я ожидал, что будет хуже. Ну, если у вас, например, декали нет, негде заказать, вы можете в любом магазине какой-нибудь, где продают у вас тату наклейки на водной основе с помощью, ну, водички. Вот, и можно спокойненько их нанести. Прошло примерно где-то 3-4 дня. Вот, и довольно, я скажу, это вот тату татуировки, в принципе, неплохо лежат. Есть такие как бы маленькие проблемки в плане вот этих маленьких трещин. Я думаю, это скорее всего то, что я немножко не продавил вот здесь стыки, эти вот изгибы всякие. Вот из-за этого, когда все посохло, я стал продавливать, и из-за этого, скорее всего, трещина пошла. Вот. А так, я думаю, в принципе, годно можно его, их использовать в качестве замены декалей, чтобы машинка выглядела красиво. Ну, это нужно искать. Искать и смотреть, какие есть варианты. Вот. То, что можете использовать данный вариант для себя. Если нет, скажем, в вашем городе какие-то декали, либо какие-то вот наклейки. Вот. Не забываем подписываться, ребят. Всегда приятно с вами пообщаться. Пишем комментарии. Всегда готов на ваши комментарии отвечать. Вот. Все. Всем пока. Скоро увидимся.